Привет, мои дорогие. Девчонки, сейчас будет кофе. Здесь сахар, здесь кофе и потом еще молочка добавлю. По местам. Кофе и сахар. И посмотрите. Он все цветет и цветет. И вон даже вот, сейчас. Вот, видите, и новенький тоже вот уже подходит. Вот это прям сюрприз. Я говорю, никогда в жизни у меня мои растения не расцветали. Вот этот уже отцвел. А этот прям порадовал. Я уже говорила вам, это мне в прошлом году Мариночка, Сережа и Настюша подарили. Вот, пожалуйста. Сейчас добавлю молочка. Там у меня много хлеба, девочки. Я люблю, когда у меня много хлеба. Если остается лишнее, я скармливаю птичкам. А вообще птичек я кормлю, вы знаете, овсянкой. Так, ну поехали, молочка. Ой, это я из руки в руку перекладываю. Так. Вот так, нормально. Пожалуйста. Красивый цвет. Как говорила моя мамочка, цвет кофе с молоком. И таки да, кофе с молоком. И посмотрите на этот шикарный маникюр. Полюбуйтесь, девочки. Вчера вечером сделала. Укоротила ногти немножко. Ну, это я еще чуть раньше укоротила. Вчера я только покрыла лаком. Вот прям шикарные ногти, шикарный лак. Вот такая красота. Чашечка, в которой кофе. Сейчас я ее поверну. Так, ангела. За трапезой. Вот благодаря своей подписчице, зрительнице, я теперь знаю, что эта чашечка у меня называется «Ангела за трапезой». А то ведь... Сейчас я ее на окошко поставлю. А то ведь она пишет: «Хочу посмотреть вашу чашечку «Ангела за трапезой». А я говорю, у меня такой нет. Я вообще ее перепутала с какой-то другой. А потом оказалось, что все в порядке, она у меня есть. Ой, ничего не видно. Ну вот так. Ну и как же без него? Вот так вот окошко открыто. И вот он пришел подышать свежим воздухом, наш милый котик. Да, Мась? Такой славный. Такое чудо чудесное. Просто я не знаю. Алёся такой, воздухом дышит. Любитель посидеть у окошка. Нет, на окошке. Вот этим лаком я и сделала маникюр. Вот этот чудесный цвет. Такой классический красный. Очень люблю ярко-красный маникюр. Очень люблю. Ну, на мое усмотрение, это классика. Классика жанра. Вот. И, конечно же, подкрепляю я этот лак вот этим вот сушка-блеск. Уже мало осталось. Это, в общем, польская эта штукенция. Эвелин, по-моему. По-моему, Эвелин. В общем, пойду я в простор и куплю себе еще одну такую, потому что я знаю, я в просторе обычно вот эти штучки покупаю. Больше нигде не вижу. Вот, ну, не скоро пойду. Еще мне хватит, я думаю, на месяц. А потом пойду и куплю. Вот при помощи вот этих прелестных средств я и сделала себе маникюр. Вчера показывала, когда вам все вазочки и белочку, и рыбку. Вот такой расцветки. Видите, забыла про эту
статуэтка мамы с ребенком. Вот, видите, тоже. Сейчас, где? Тоже вот они, эти цвета. Бирюзовый и голубой. И золото. Смотрите, какая прелесть. Очень люблю эту статуэтку. Я еще не пила кофе, поэтому у меня голос немножко хриплый. Ну, водичку, конечно, я выпила. Очень люблю эту статуэтку. Это она мне напоминает о моей молодости, о том, как я стала мамой. Это такой трогательный сюжет, я бы сказала. Очень я ее люблю. А вторая статуэтка, которая связана с материнством, тоже стоит у меня на окошке. Они обе у меня на окошке сейчас живут. Там, где мама учит ребенка азбуке. Но это не сегодня, это в другой раз. А вот сегодня я просто как бы дополняю вчерашний сюжет, который вы уже посмотрели в прошлом видео. Красота. А что у нас здесь, девочки, некоторые интересуются? А здесь у нас... Вот что. Ну. Так. Лебедь здесь у нас голубенький. Вот он. Вот. Так. Ну, а теперь о Белочке. Обратите внимание... У Белочки уже есть недостающее ухо. Все, оно уже крепенькое, оно уже схватилось. Сделала я его из ушной палочки и строительного клея. Все уже прекрасно, хорошо. И покрыла золотым лаком это все дело, чем осталась очень довольна. Теперь у меня полноценная белка. Я очень рада. У меня в планах так и было. Я их осуществила. И посмотрите, какая прелесть и красота. Вот посмотрите, какая прелесть и красота. Эти часики, вот те, которые на втором плане, в отличие от тех, что стоят на балконе, показывают правильное время. Сейчас 25 минут 10 утра. Видите, еще ни глотка кофе не сделала, я еще полусонная девочка. Вот, но очень захотелось поснимать, и я решила вот поболтать с вами немножко. Сейчас я покручу Белочку со всех сторон. Вот. Вот эти прекрасные ушки мною смонтированы. Но я очень старалась, но вижу, тут какая-то как типа впадинка немножко есть. Но это уже твердая конструкция, чтобы вы поняли, девочки. Это уже затвердело, все прекрасно. Видите, у нее даже ротик золотом нарисован. Вот. Или прорисован. В общем, красота и прелесть. Я все любуюсь. Это сейчас наведется, не наводится, что-то не хочет наводиться. Вот навелось вроде. Я же вам хочу золото крупным планом показать. Смотрите. Ну, прелесть же. Вот, красавица. Боже мой, такая хорошенькая, такая прелесть. Прямо... Как говорил Папандопула, ну почему? И шо я в тебя такой влюбленный? И шо я в тебя такой влюбленный? Композитор? Это мои лаки, девочки. Я уже отпила кофе. Уже голос немножечко пришел в себя. Это мои лаки, тот, что я вам показала, который у меня на ногтях. Этот лак, в общем, я им, по-моему, один раз пользовалась всего. Вообще, это неплохие лаки, вот эта серия.
Они у меня уже давно, уже этот вот заканчивается. Там уже на донышке, по-моему. Видите, из этой серии этот такой алый, ну, я бы сказала, такой красный, уходящий в оранж. Вот, ну, больше, конечно, красный, теплый красный. Так, вот такой розовый, не розовый, а фуксия. Вот лак «100 лет в обед». Люблю его. Я не знаю, ему уже, наверное, лет 8. Он все хороший, все хороший. Этим редко пользуюсь. Что тут еще есть у меня? Пользуюсь вот этим редко. Но это все хорошие лаки. Они неплохого такие качества. Этим, по-моему, еще ни разу не пользовалась. Иногда летом хочется такого чего-то холодного. Вот мокрый асфальт. Металлик. Этот я люблю. Да, вот золотой. Вот этот золотой я люблю, и им же я покрасила белки ушки. Я люблю золотые лаки. Такой вот нюдовый. Сейчас еще один нюдовый, только немножко другого оттенка. Вот еще один нюдовый, тоже другого оттенка. И вот еще один нюдовый. В общем-то, как-то они чуть-чуть отличаются между собой. Но вот эти два одинаковых, по-моему. Вот этот чуть темнее, а этот потеплее. Но он тоже такой нюдовый, но потеплее. Вот такие у меня лаки. Этот совсем светлый, такой прям совершенно милый. Очень, как мне кажется, очень летний. Такой лак есть тоже, ну, как сказать, почти мокрый асфальт, но не дотягивает немножко. Вот, тоже любила я этот лак, кстати, в этом году еще не пользовалась, ну, в этом году я еще никакими из них не пользовалась, год-то новый. Вот этот лак я очень любила какое-то время, серый, просто осенний лак. Он мне очень нравился, я его носила. Так, есть у меня вот такой вот желтый с таким металлическим, едва заметным блеском. Так, так, так. Вот еще серенький, но такой серый, и вы знаете, он еще чуть-чуть что-то в нем присутствует от синего. Но это очень сложно заметить. В основном это такой темно-серый цвет, слегка синеватый. Вот у меня есть лак. На самом деле он еще более темный. Тут он кажется вишневым. На самом деле это цвет очень спелой вишни. Может быть, даже где-то гнилой вишни. Не передает камера этот цвет. Очень темный. Вот такие у меня лаки. Вчера носила вот эти серьги серебряные с натуральными изумрудами, к которым прилагались... Ой, ближе, видите, ближе не наводится... к которым прилагались даже паспорта. Вот это прям натуральные-пренатуральные изумруды. Посмотрите, какого они прекрасного качества. Вот натуральный жемчуг, натуральный изумруд. А беленькие камешки – это фианиты. Вот, вот такая вот композиция. Вот очень хорошие серьги. Покупала я их давно, наверное, лет 5 тому назад. Может быть, больше. Может, лет 7 назад. Знаете, время оно так. Ну, как вы заметили уже, наверное, оно так быстро идет. Так, что еще? Ношу эти дни, девочки, почти все время вот это прелестное колечко на мизинце. Потому что на мизинце его комфортно носить. Серебряное. Вот это колечко ношу очень часто. Здесь черный фианит и вокруг... Вокруг белые прозрачные фианиты. Также ношу колечко из 95-го или из 96-го года. Вот это прелестное колечко
сверкает шикарно. И вдруг решила поносить с удовольствием вот эти серьги серебряные. А, значит, серьги серебряные, а вот тут вот, вот эти вот это вот соединение. Соединение не серебряное. Вот это вот маленькая вот, вот эта вот штучка. Не серебряная. Почему не серебряная? Потому что здесь была такая серебряная палочка, жесткая, и серьги все время как-то вот так вот раз, станет вот так и стоит. Это было так некрасиво, мне это ужасно не нравится. И я переделала вот этот низ серебряный, вот этот ну, шарик весь серебряный, верх ушко серебряное, а вот это соединение, серебряную палочку убрала и соединила вот такой вот. Вот такой вот штучкой. И теперь я их могу носить. Они просто вот так качаются, что мне очень нравится. На яблоки подсела. Яблоки ем. Удивительно, я никогда столько яблок не ела. Я ем и ем яблоки. Удивительно. И, девчонки, наконец-то, а то я пью кофе без вас. Давайте, по кофейку, мои дорогие, по кофейку. Так, сейчас я вам колечки покажу. Так, это я в халате. Вот этот гематитовый браслетик ношу. И поэтому вот это колечко очень милое. И вот это. Очень люблю сочетать с красным лаком любые кольца, кроме тех, что с красным камнем. Очень красиво смотрятся синие, зеленые, черные вообще с красным лаком. Просто очень красиво смотрится. Вот на данном этапе черный камень. И вот, 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 вот. Наводится, не наводится. Я очки сняла, поэтому не очень вижу, навелся фокус или нет. Я думаю, навелся. Ну, что сказать, девчонки? У каждого из нас есть какие-то поступки, в которых мы сомневаемся, да? Ну, каждый из нас совершает что-то такое, и мы не знаем. Не обязательно это поступок, может быть, это принятие какого-то решения. И мы не знаем, правильно ли мы поступили, правильно ли решение мы приняли. Когда у меня возникают вот такие вопросы, конечно, я анализирую ситуацию, анализирую. А потом я беру, что я беру, девочки? Я беру в руки карты. И кто хочет, пожалуйста, я сейчас сделаю... Скажем так, три карты выложу. Три карты. Одну из них выберите для своих сомнений. Если дверь открыта, значит, поступили правильно. Либо приняли правильное решение. Если дверь закрыта, значит, правильное решение примите в следующий раз. Если дверь... Не открыто, не закрыто, но я уже прокомментирую. Поехали. Сейчас я сюда вот вставлю свой смартфон и буду тасовать. Это моя кольцевая лампа. Так, давайте мы ее включим. Еще разочек. Полюбуйтесь ею, как она... Ну, включайся. А, вот, не туда нажала. И режимы теплый. Тоже какой-то теплый. Какой-то теплый. А, ну да, надо на другую нажимать. О, холодный. В трех кнопках запуталась. Нейтральный.
О, она еще, вы видите, что творится? Она то ярче разгорается, то не ярче. Ну, как-то так. Я ее еще не изучила, я так редко, совершенно теплый. Я так, вот холодный, классный. Я так редко ею пользуюсь. Оставляю холодный. Он более четко передает цвета. Ну, поехали. Это мой кофе по кофейку. Так. Девочки, значит, раскладываю всего-навсего три карты. И вы какую-то одну из них выбираете для себя. Как я сказала, что вас повергало в сомнение, карты вас поддержат, да? Так. Сделаем так. Видно вам серьги, белка и девочка. Видно вам все? Видно. Вот одна карта будет возле пары серёг. Вторая карта будет возле белочки. Третья карта будет возле девочки, возле мамы с ребенком. Так, все, вам все видно. Рассматриваем. Итак, кто выбрал? Выбрали? Остановите, кто не выбрал карту. Кто выбрал? Открываем. Карта, кто выбрал ту, которая возле пары серёг лежала, да? Правильно ли вы поступили, либо правильное ли вы решение выбрали? Да, правильное. Королева Пентаклей. Правильное. Если это касалось денег, то даже прибыльное. Так, кто возле белочки загадал карту? Тоже правильное. Смотрите. Вас ждут, там дверь закрыта, но вас ждут и вас ждет сюрприз. То есть в перспективе это решение вам принесет какие-то приятные бонусы и, может быть, даже дивиденды. Кто выбрал вот эту карту возле мамы с ребенком? Смотрим. А тут тоже правильно. Что вам сказать? Дверь открыта. Вам подкинули ребенка. Двойка мечей. Но вы сомневаетесь. Вы сомневаетесь, но тем не менее вы приняли правильное решение. Дверь открыта. Это карта 78 дверей. Здесь дверь открыта. И несмотря на ваши сомнения, это решение принесет вам, ну, пополнение какое-то. Либо в семье, либо в бюджете. Я не знаю. В общем, все три карты хорошие, девочки. Все. Все. Вот так я развлекаюсь. Более того, это не только развлечение, это и увлечение. И меня спрашивали, верю ли я картам? Да, верю, верю. Да, я говорю, это игра. А что наша жизнь? А наша жизнь игра. Поэтому, девчонки, да, верю я картам. Действительно верю, они реально отражают. Все. Я вам хочу показать эти карты вблизи. Смотрите. Вот. Около пары серёг. Вот. Дверь открыта. Здесь королева сидит на троне. Дальше. Вот крупным планом вот эта карта. Кто выбрал около белочки? А то с высоты лампы и не рассмотришь толком карту, да? Вот она, эта карта. Так, и вот кто выбрал около мамы с ребенком? Вот это двойка мечей, но тоже хорошая. Видите, дверь открыта и, в общем-то, пополнение, как я уже сказала.
А с нами, девочки, была колода карт 78 дверей. Очень люблю эту колоду. Там моя тапка влезла в экран. Я в таких смешных тапочках, мягеньких. Я вам их показывала, когда я их купила. В общем, вернемся к колоде. Обожаемая мною колода 78 дверей. И чуть не забыла включить сюда же Снегурочку мою любимую. Посмотрите, она ведь тоже вот с этим бирюзовым раскрасом. Вот они, снежинки. Вот она, красавица. Ближе вам покажу, видите? И вот здесь вот бирюзовые снежинки. Вот такой сдержанный рисунок в бирюзовых оттенках. Очень люблю эту статуэтку. Вот так я вам ее покажу. Прелесть какая. Красивая. И личико красиво прорисовано. Посмотрите, какая красотка. Вот показываю вам вертикально, потому что она высокая, и горизонтально она не так хорошо видна, как вертикально. Всех люблю. Всем хорошего настроения. Всем хороших людей. Пока-пока.